Всем привет, друзья, это GTA San Andreas, меня зовут Артём, и сегодня будем смотреть мод «Растения против зомби», вернее, зомби из игры «Растения против зомби», но зомби будут против нас. То есть мы нажимаем с вами Backspace, и тем самым мы запускаем мини-игру с этими самыми зомби, CJ против зомби она называется. То есть у нас где-то рядом с нашим домом падает метеорит, вернее, даже не с домом, а с тем местом, где мы с вами находимся рядом. И из этого метеорита, друзья, из этого самого ужасного проклятого метеорита у нас выходит мертвецы. А где они вообще упали-то? Подождите, они где вообще? Они там где-то Подождите, стойте, они там застряли? А, они за забором, скорее всего, да? Да-да-да, вот они, смотрите, они прям... Они прям здесь все вообще разрушили. Они прям здесь ходят. Подождите, надо взять как-то миниган свой. Где мой миниган? Так, это катана какая-то. А куда у меня все исчезло? А, вот появилось у меня худ, почему-то исчез. Давайте их уничтожать. Здесь, короче, задача в том, что их нужно всех как-то уничтожить. Только это не совсем легко сделать. И после того, как мы их всех уничтожим, нам за это что-то дадут. Только я не знаю что. Потому что я пытался уже пройти эту игру, но у меня почему-то это не получилось. Они, кстати, вдобавок еще и багуют. То есть, видите, у них какая-то фигня с ним происходит. У них почему-то текстуры растянуты по всему телу. Еще вдобавок они не багуют карту. У них вообще багеты очень... Я загорелся, боже мой. Но ничего, я прошел миссию пожарника, поэтому мне, в принципе, огонь не страшен. Огонь — это полная чушь, это ничего, это вообще ничто просто. Давайте их уничтожать. Это так, этого убили. Там вон еще... Слушайте, они бесконечные, по-моему, кстати, спавнятся. Возможно, это баг, возможно, фича, я не знаю. Мод, в принципе, такой, знаете, коротенький. То есть это, по сути, просто войнушка, битва с ними. Поэтому, вот и все. Давайте постреляем их немножечко. Они, смотрите, они прям туда же багуют. Они же прям по всей карте разлетаются. Это просто какое-то безумие. Слушайте, ну, в принципе, их убивать бессмысленно. Поэтому, друзья, перейдем к следующей модификации. Друзья, это еще один мод, это мод на апокалипсис. Но вдобавок к этому моду я решил внести такой, знаете, небольшой бонус и видоизменить нашего CJ. Теперь наш CJ самый настоящий огненный супергерой, друзья. Он теперь огненный какой-то мужчина. Пишите, кстати, в комментариях, кто это вообще такой. Потому что там, по-моему, не было на сайте, откуда я качал, кто это такой. Это какой-то мужчина с четверкой, это четверка. Это какая-то, видимо, сильная четверка. Мужчина под номером 4. Так, что он может делать? Он, короче, может наносить сильный удар вот таким вот способом. То есть он умеет летать. Он умеет жарить рукой, пацаны. То есть вот так вот, если можно вообще все здесь зажарить, сжарить и так далее. Потом, что он еще умеет делать? Он на Shift умеет как-то вот так вот взлетать. Я не знаю, зачем он почему-то не летит. На X он может вообще полноценно летать. То есть если его нажать, он может как какой-то супермен, супергерой. Как-то он сейчас смешно... Он как-то смешно летит назад. В общем, не суть. Мне бы сейчас еще приземлиться. Как я? Я встал, да, все. Я теперь бегаю как человек. И вдобавок он еще, друзья, может брать с собой людей, то есть прям под мышку. Это, а что, это коп сыт? Его убил метеоритом. Вы видели, сейчас коп сал стоял. Давайте сейчас кого-нибудь, наверное, попробуем взять с собой под мышку и куда-нибудь унести в какие-нибудь свои великолепные дали. Так сказать, спасти от всего этого безумия. Давайте вот сюда встанем. Так, все, мы встали? Нет, мы не встали. Алло, а ты чего, слышишь? А как встать-то? А что с ним, подождите. Вот, все, мы встали. Давайте, короче, нашего вот этого Гроустрика, его метеоритом убил. Давайте Гроустрика, там самолет он лежит. Давайте, то есть на Е можно так вот брать с собой каких-то персонажей. Пойдемте в дом, пойдемте его с собой заберем в дом. Там он копы ходит. Копы — это все херь. Телевизор, вон, смотрите, бабе он телевизор несет. Ничего себе, у нас прям беспорядки начались. Дом Карла. Так, зашли в дом, но он, друзья, исчез. Наш Гроустрик куда-то вообще исчез в непонятные какие-то дали. В общем, такие вот дела у нас. Такие вот, друзья, у нас были моды. Я не знаю, насколько у меня сейчас выйдет. Просто моды очень стабильные, они постоянно вылетают. А когда они вылетают, то у меня крошится моя запись. То есть она ломается, и как бы на этом все мне приходится. Я перезаписываю уже 5-й раз. Поэтому, друзья, давайте, наверное, на этом, наверное, закончим. Где-то минут на 5 у нас выйдет. Посмотрели мы сегодня с вами аж 3 мода, получается. Один на зомби, другой на метеоритный дождь, другой на CJ. Это была GTA San Andreas. Ставьте оценки, ставьте подписку, ставьте вступление в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер. Хорошего вам, друзья, дня и до новых встреч.